филиал 6-й детской поликлиники в поселке Дербышки. В поселке Дербышки мы обслуживаем 11 500 детей. Расположено 11 педиатрических участков. Поликлиника построена по национальному проекту здравоохранения в части укрепления первичного звена. Поликлиника 6300 квадратных метров, 4 этажа. В поликлинике созданы комфортные условия для пребывания пациентов. Вот, есть зона ожидания, есть кафе, просторные холлы, места для кормления комнаты матери и ребенка. Впервые в Дербышках мы планируем запустить кабинет травматологии, который будет работать в круглосуточном режиме. Вот, затем кабинет дежурного врача, кабинет здорового ребенка. В поликлинике идет разделение потоков. Все температурящие проходят через фильтр, а дети с заболеваниями идут на прием к дежурному врачу. Для выписки справок, рецептов, больничных листов пациенты идут в кабинет здорового ребенка. На входе встречает администратор. Если пациент идет без записи, то его тогда уже направляет, берет талончик и проходит к своему специалисту. Скажите, сколько детей сможет одновременно вести себя в поликлинику? Поликлиника рассчитана на 180 посещений. Вот. Но по мощности здесь позволяет до 400 проводить. А сколько денег потрачено на строительство поликлиники? Стоимость объекта со всем оборудованием, с благоустройством 680 миллионов. Из федерального и регионального бюджетов? Финансирование из федерального и регионального бюджета. Финансирование. Скажите, пожалуйста, а что в вашей поликлинике есть такого, чего нет в других поликлиниках? Вот. В нашей поликлинике будет работать кабинет дежурного врача в круглосуточном режиме. Здесь в Дербышках раньше не было рентген-кабинета, не было травматологического пункта. Сейчас это будет, это доступно уже для жителей, для детишек Дербышек. Рентген-кабинет у нас уже начал функционировать. Затем есть эндоскопия. Вот, также эндоскопия. Впервые в Казани здесь мы планируем проводить эндоскопию под общим обезболиванием. Вот сейчас идет формирование кабинета и подводка кислорода. Сколько детей может быть привязано именно к этой поликлинике? К этой поликлинике у нас прикреплено 11 500 детей, которые проживают в Дербышках и в окружающих поселках. Здесь сформировано у нас 11 участков педиатрических. Отделение реабилитации, физиотерапии, вот, где отдельно идет электролечение, светолечение, теплолечение и ингаляционное лечение. Отдельно есть галокамерная шахта, которая также для детей доступна. Ну, где весь комплекс для города Казани, конечно, это все есть в частных клиниках, есть во второй поликлинике. Вот. Но наша шахта уникальная. Есть галогенератор, который насыщает комнату кислородом, стены обработаны солью. Можно посмотреть, подойти, пройти и ознакомиться. Играет легкая музыка. Вот, и дети в комфортных условиях сидят и с органами дыхания профилактика лечением проходит. Сколько здесь сотрудников? Сотрудников в филиале Дербышек 75 человек. А кто? Всего 325 сотрудников работают в 6-й поликлинике. Именно в этом филиале сколько врачей, сколько медсестер, медбратьев? Врачей 25, медсестер 40. Вот, но здесь в планах расширения штатов.